Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. И я хотел бы посоветовать нашим ребятам, которые собираются ехать в Австралию, которые будут следующие волны гагариных, я посоветовал бы активнее включаться, брать офферы, ну уже, наверное, даже не на сентябрь, на позже, и активно включаться в изучение английского языка. Те материалы, которые сейчас будут, это будут терабайты информации с видеоуроками, причем на всех уровнях, начиная от самого низкого, допустим, elementary, и заканчивая там высоким, то есть уровень, ну, семерки, восьмерки IELTS, advanced и выше. Все эти уроки будут скачаны, будут как бы поставлены на накопители. И эта информация мы будем делиться. Я понимаю, что это огромная информация, но у нас всегда есть место, куда ее расположить. Всегда будет доступ у желающих воспользоваться информацией. Вы должны понимать, что в конечном счете вам надо будет приезжать сюда, и надо будет приезжать сюда с Александром Петровым. И скажу почему. Эти уроки адаптируют вас буквально к изучению английского языка, но у каждой школы, у каждого преподавателя даже есть свой путь. Когда вы начинаете дергаться между разными путями, это как вы попадаете в разные потоки. В итоге вы не идете прямо и быстро, а вы начинаете идти галсами. Ну, может быть, и придете вперед, но, в общем-то, потерявшись. Преимущество Лойца в том, что это будет всегда, как минимум, самое недорогое и самое качественное образование. То есть по такой же цене, наверное, могут люди сделать образование, дешевле не сделают. Здесь включается фактор образовательного агента Александра Петрова. Что вы получаете вкупе? Вкупе вы получаете огромный запас информации, источник информации, причем меняющийся, вообще обстановка меняется, соответственно, меняются данные о том, где лучше жить, как лучше учиться, где работать, что почем и где. То есть вот эта вот информация, которая позволит вам сразу войти в австралийскую жизнь без вот этого вот холостого разгона. Это позволит вам сразу зарабатывать деньги, сразу меньше тратить, сразу искать работодателей, которые не просто дадут вам работу, но и дадут вам надежду на будущее. Сразу будут искаться пути оставания, и это не всегда профессиональная миграция, но это всегда то, что нужно вам, потому что вот эта вот сумма всей информации будет как раз тем, что проведет вас именно правильным путем. Не вообще от точки А до точки Б, а от точки А в точку Б кратчайшим, наименее затратным путем. Можно попытаться попасть в колледж Lloyds без Александра Петрова, но в этом случае у вас это получится дороже, и все равно вам будет посоветовано идти со мной. В теории я как бы могу закрыть глаза, что вот такой вот Вася Пупкин хочет приехать, но демонстративно хочет приехать не с Александром Петровым. Как этот Вася Пупкин будет дальше жить и работать в коллективе, я не знаю, но все-таки у нас группа один за всех и все за одного. Я стараюсь сделать свою деятельность абсолютно прозрачной, поэтому ну, человек может противопоставить себя всей системе. В итоге он будет больше тратить сил на борьбу с этой системой, на изолирование себя от этой системы, чем на выживание. В итоге система пройдет вперед, человек сильно отстанет. Ну, если есть очень жесткая нелюбовь к Александру Петрову, ну, добро пожаловать. Я постараюсь, чтобы, если мои студенты платят 125, вы наверняка будете платить немножко больше, ну, 140, допустим, долларов в неделю. Соответственно, колледж получит больше денег, и в итоге колледж, который работает с Александром Петровым, будет просто лучше себя чувствовать. В этом случае вы обогатите не Александра Петрова, но колледж, который является очень близким другом Александра Петрова. Опять-таки, скорее всего, вы пойдете без агента, поэтому все деньги останутся колледжу. Ну, как я могу это не приветствовать? Да бога ради, не вопрос. Почему я это говорю? Потому что такие уже люди обращались напрямую в колледж, им было посоветовано обращаться ко мне, люди исчезли.
Вот. Я просто с улыбкой на это действо смотрю. И вот так вот поступают друзья, настоящие, порядочные, честные друзья. Вот, потому что нет у колледжа основания для того, чтобы доверять людям, которые не любят Александра Петрова, который так много сделал для них. То же самое, если вы мне скажете, что вы терпеть не можете Алексея Чухнова и Ллойдс колледж, ну, какое вы ожидаете от меня отношения? Вот, соответственно, ну, это как бы как-то вот так вот. Теперь возвращаясь к топику. Друзья, именно группа Гагарин, именно те люди, это не просто группа, а это люди, которые отработали отличный механизм координации своих действий, это и есть ваш пропускной билет в Австралию. Потому что кроме образования в Австралии, студенческой визы, практически нет других реальных путей зацепиться за Австралию. Практически для большинства, подавляющего, 99% из вас, возможность въезда и, по крайней мере, удержания в Австралии – это студенческая виза. Может быть, можно въехать туристически, но опять-таки шанс, что вы найдете работодателя или там выйдете замуж, женитесь, близки к ничему. Поэтому вы вынуждены будете опять-таки переходить на студенческую визу. Раньше такой путь был более предпочтительным. Сейчас пока или может на долгое время более предпочтительным будет путь получения студенческой визы, ну, например, курсом английского языка, и дальше уже решение всех ваших иммиграционных проблем в рамках существующего и будущего законодательства. Так что, дорогие друзья, вот это вот наше начало, и я счастлив вам сказать, что мы на правильном пути, у нас есть все возможности для того, чтобы вы въехали сюда и остались в Австралии. И вот эта вот информация и записанные уроки английского языка, которые вы получаете абсолютно бесплатно, десятки этих часов на разных уровнях, это, скажем так, неплохое начало, правильно? Спасибо.